Вот какой кнут у режиссера, это понятно, да, ну, что он может там как-то вот, авторитет свой режиссерский включить и наехать на актера. А вот пряник, допустим, ты, работая с актерами, включаешь вот свое женское баяние, ты понимаешь, что можешь сманипулировать, вот как красивая девушка что-то заставить. Девушка и... это... Ну, женщина. Это куда? Ладно. Нет, я шучу. Я хочу сказать, что есть вот очень важное правило, которое вот я следую, научившись у Эфроса. Никогда нельзя ругать. Так. Надо всегда хвалить. Я думал, что всегда надо лгать. Нам... Ругать. А, ругать. А, ругать. Я ослышался. Ругать, так. Да, ругать. Ругать нельзя. Так, ругать. Только поощрение. Если плохо, так. Но ты как бы начинаешь доводить, не доводить, доводить, да, Я понял, да. А именно добиваться того, что тебе нужно. Ну, не потому, что ты плохо, сделай так. Я тебе говорю, надо так. Такого нет. Но надо вот так вот, вот так вот... Все-таки, я не знаю, ну, разговорами или показом ли, но идти к тому, что тебе нужно добиться от актера. Если уж совсем не получается, такое тоже бывало, приходится, конечно, прибегать к каким-то ухищрениям. Недавно совсем мы с Аней встречались, с Ливановой как раз, и я не помню, где это было, и она как раз говорила о том, что почему вот одна сцена моя любимая, любимая сцена, где она такая, ну, кричит, да, дождь идет, она кричит, Наталья Петровна, ну, в общем, она просто, ну, вышла на самый пик отношений, да, и она ее очень хорошо сделала. Мне практически вот что-то такое добиваться долго-долго и не нужно было, потому что там дождь, холодно, ну, все вместе, это все создает некий настрой, что это получается, надо перекрикивать этот дождь, это все... Это хорошо очень получилось. На следующий день ее крайняя сцена. Все, она, вот все, она сыграла сцену, и все, до свидания. И ей надо было просто, она бежит, очень красивые кадры. Там такой лес, такие березы, которых я не видела никогда нигде в России. В России, замечу. А в Европе такие еще деревья сохранились. И она бежит, выбегает к полю, подбегает, и по дороге очень красиво, это просто, там, я не знаю, Федор Васильев, просто Федор Васильев, идет по дороге, уходит вот этот Беляев, с которым, и мы должны по ее взгляду понять, что она прощается с ним навсегда. Мы сняли 9 дублей, и это невозможно, но она сама говорит, я чувствую, что я пустая, мне надо последний взгляд, как все. Просто пропасть. Вот дальше пропасть. Пустая. Я говорю, Аня, ты пустая. Вера Витальевна, помогите мне, сделайте что-нибудь. Ну, обзовите меня. Ну, и, конечно, там какие-то пошли в ход, какие-то инструменты, чтобы добиться того, чего добились. И мы добились таки. 11-й дубль был лучший. Я не стала больше ее мучить. Я сказала, это очень хорошо. И ты это увидишь на экране. Вот и все. Ругать не надо, но сказать, что актрисе, что она пустая, можно, я понял. Она сама говорит, я пустая, я это вижу, пустая, ты пустая, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».